это вот какой-то там дискурс такой, который принят. Значит, нужно об этом говорить, обсуждать терпеливо, доносить научные какие-то истины до максимально большого количества людей. Это вот каждый из нас сейчас может быть, как бы, знаете, современным интеллектуалом. Раньше это было хождение в народ, через там один библиотекарь пошел, там, убедил там 24 крестьянина, да? А сейчас через современные источники информации, через сети, через каналы информации можно добиться гораздо больше. Причем, заметьте, когда вот через 2 года в Украине не будет результатов, а я думаю, через 2 года как раз политические компании совпадут с экономическим спадом, вот тогда будет шанс на либертарианство реально. Не то, которое там, о, мы сегодня либертарианцы, а завтра мы социалисты, а послезавтра мы республиканцы, ну, почему бы нет?